Добро пожаловать на канал HardRZ.Info, это телефон Huawei P40. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Делается это очень просто. Для начала вам нужно нажать и удерживать кнопку питания. После чего нажать на кнопку выключения дважды. Затем нажать одновременно и удерживать кнопку питания и увеличения громкости. И удерживать эти две клавиши до тех пор, пока вы не увидите логотип компании Huawei. Телефон завибрировал, но мы продолжаем нажимать на обе клавиши. И отлично, мы увидели логотип Huawei, отпускаем кнопки и ждем входа в Recovery. Ну что ж, замечательно, мы с вами вошли в режим Recovery на телефоне Huawei P40, естественно. И сейчас мы можем наблюдать, что... Короче, ребята, смотрите, здесь можно нажимать на кнопки, да, можно нажимать на них. А можно, если вдруг у вас дисплей перестал работать по каким-то причинам, использовать кнопки увеличения, уменьшения громкости и кнопку питания для выбора какого-либо пункта. Например, давайте выберем пункт «Рестарт», да, для того, чтобы перезагрузить телефон. Нажимаем «Рестарт», ждем какое-то время, и телефон начинает перезагружаться. Вот, в принципе, так это все и работает. Можно было на «Рестарт» просто и нажать, но можно нажать с помощью кнопки. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!